Привет. Кость, почту-то возьми. Совсем забыл, дядя Жень. Спасибо, что напомнил. Чего-то устал я сегодня. Ну, понятно, конец недели. Да, еще только четверг. Где б сил на пятницу взять? Алло. Извините, что я так звоню. Вы меня не помните, наверное. Кто это? Вы не могли бы мне одолжить 2500? Сколько? Почему именно я? Я больше никакого телефона не помню, а мне срочно нужно отдать. Я потом верну. Номером ошиблись. Нет. Вы же Константин Ромин. Живете на Жуфаровой. Я не помню точного адреса. Купили квартиру где-то 2 года назад. Ну да. Помогите мне. Они меня просто так не отпустят. Я должна им 2500. Все так серьезно? Помогите, пожалуйста. Ну, я не знаю. Скажите хотя бы, как вас зовут? Где вы? Алло? Алло? Девушка, алло? Дядь Жень, ты где? Костя, ты че это? В исподнем? На себя посмотри. Че, спишь, что ли, уже? Так это, 11. Да детское время. Дядь Жень, ты это, в милиции же служил? Да, короче, позвонила девушка, помощи просит, там ей денег надо каких-то, и угрожают. Как думаешь, может, 02 позвонить? Твой телефон у нее откуда? Я не знаю. Я не успел спросить. Я перезвоню, а... А ее номер откуда знаешь? Так, это, определился же. Ага, ясно. То есть ты кроме номера про нее ничего... Нет. Ну, она в опасности. Здравствуйте. Добрый вечер. Доброй ночи. Бесполезно. Что бесполезно? Заявлять бесполезно. Чтобы начать вести мобильник, санкции нужно. То, что тебе ее ночью даст. Дядь Жень, ну а может быть, ты свои старые связи как-нибудь используешь? Ну что, если человеку правда помощь нужна? А что так всполошился-то, Костя? Она тебе кто? У нее что, ни семьи, ни друзей нет? Че она тебе звонит? Ну а если у нее правда никого? Жениться тебе надо, Костя. А то живешь бабулем, черт знает чем, маешься. Да женитьба у меня 2 года намечена. Рита, привет. Слушай, это не ты мне звонила? Я тебе? С какой стати? Ну, я подумал... Плохо получилось, Костик. Если бы это была я, твой телефон написал бы Рита. Или ты меня уже даже из записной книжки стер? Что, новая любовь не терпит посторонних женщин в твоем мобильном? Рит, ну, чего ты несешь? Я подумал, мало ли ты, может быть, телефон сменила. А если бы сменила, ты бы меня по голосу не узнал. Да я понять ничего не успел. Кто-то позвонил, помощи просит, телефон незнакомый. Стой!
Так ты сейчас всех своих баб обзваниваешь, чтобы выяснить? Ага, вот с тебя начал. Спасибо. Вот за это спасибо. А как выяснишь, что? Ну, я так понял, ей много не надо. Но если можно помочь человеку, почему этого не сделать? То есть тебе позвонила какая-то тёлка, которой ты даже телефон не знаешь? Что-то там в трубку прохныкало, и ты завёлся? Ну а что, Рит? Если таких вещей иногда не делать, тогда зачем это всё? А, кризис среднего возраста и юношеский максимализм в одном флаконе. Слушай, Ромин, а я ведь хотела у тебя взаймы попросить. 1040 грина не дашь? Позарез надо. Тебе же не угрожают. Ну, как знать, вопрос жизни и смерти. Да, кстати, забыла сказать. Тут у нас арабо-израильский конфликт опять обострился. Не хочешь помочь? Кому-нибудь. Дура. Алло. Виталь, привет. Не спишь? Пью виски, режусь в корпус. А Катька где? Посрались, к маме поехала. Ясно. Слушай, Виталь, помощь нужна. Всегда. Телефончик один повести надо. Противозаконно. И я, как начальник службы операторов компании сотовой связи... Но тарифы я знаю. Не вопрос, сделаем. Приезжай завтра в офис. Надо сегодня. Не по работе? Да не, там... Личное. От баб все беды, Кость. Плюнь. Что, будешь бегать сейчас за ней за жопу ловить? Зачем? Что, их мало кругом ходит? Да не, Виталь, это другое. Ай, ладно, у тебя другое. Выручай, Виталь. 11.15, Кот. Умножай свои тарифы на 2. Что случилось? Ей угрожают, в общем, и надо выяснить, где она. Что-то как-то ночью вылезать из дома, ехать в офис, отслеживать какой-то телефон. Да я и выпил уже. Давай утром, я с 9 там. Я не пил, Виталь. Я за тобой заеду, да? Кость, я не такой хороший, как ты. И мне сейчас подрываться, ехать спасать какую-то там бабу, ну совсем не в кайф. Даже за двойные лаве. Но ты мой друг, поэтому... Давай как в трех мушкетерах. Тебе это надо? Не какой-то там шалаве, а тебе. Вот именно тебе. Да нет, Виталь. Если как в трех мушкетерах, то мне это не надо. Если не остынешь, утром жду тебя в офисе. Давай. Алло! Алло, это Вера, я вам звонила. Какая Вера? Где вы? Я в молочном тупике. Заберите меня отсюда, мне страшно. Они... Кто? Они... Алло, Вера! Алло! Черт. Черт. «27-е отделение, сержант Авраменко. Слушаю вас». «Добрый вечер. Там девушка в молочном тупике. На нее напали». «Вы свидетель?» «Нет, она просто позвонила». «Фамилия, имя, отчество?»
Мои? Ваши тоже, сперва ее. Да я не знаю. Я не знаю, кто она, не знаю, откуда у нее мой телефон. Значит, вы заявляете о нападении со злого постороннего человека. Ну да. Да. А почему она сама не позвонила в милицию? Да откуда я знаю? Вот поезжайте и сами у нее спросите. Че ты орешь? А ничего! Человеку опасность угрожает, а вы? Ну откуда ты знаешь, что угрожает? От нее? А может, она сумасшедшая? Может, она тебя разыгрывает? Поэтому и звонит тебе, а не в милицию. А если нет? Ты себе простишь, сержант, если с ней что-то случится? А, ну ясно. Самому страшно решил на меня все свалить? Знаешь что? Ты со своими девчонками разбирайся сам, а мы сигнал от третьих лиц не принимаем. Ну и хрен с вами! Что мне больше всех надо, что ли? Сержант Ковалев, третий патруль. Сержант, вы где? Лубянская площадь. Молочный тупик, проверьте. Молочный тупик, вас понял. Значит, ее звали Вера. Уже хоть что-то. Ничего не понимаю. А вы кто? Что случилось? Простите, майор Бочерников Андрей Александрович. Секундочку. Дело в том, что ваш телефон был последним, по которому звонила потерпевшая. И вы ей перезванивали. Что с ней? Ну вот вы, кажется, и сами все видите. Она вам кто? Вы же говорили с ней по телефону. Да, всего два раза. Но я так и не понял, кто она и откуда мы друг друга знаем. Бывает. При ней не было документов, нам нужно установить личность. Может, подойдете поближе, посмотрите? Да, конечно. Кто она? Я не знаю. Вы что, пили? А потом за руль? Отстань, я выпил всю бутылку пива. Послушай, ты считаешь это нормально? Ты говоришь с ней по телефону, потом ты приезжаешь сюда сразу после убийства. И ты утверждаешь, что ты ее не знаешь. Я повторяю тебе свой вопрос. Кто она и какие у тебя с ней были отношения? Да я правда не знаю. Совсем.
Извините, что я так звоню. Вы меня не помните, наверное. Кто это? Вы не могли бы мне одолжить 2500? Слушайте, ну какой билет? У меня же призывной возраст уже 5 лет как закончился. Вы все равно военно обязанный. Слушайте, ну получу я этот билет. Ну позвоню вам завтра. Ну номер продиктую. Не положено. Так я положу. Сколько? 100, 200, 500, сколько? Молодой человек, вы тут купюрками не трясите, пожалуйста. Что, честная, да, попалась? А коллеги? Кто мне печать шлепнет? Вы? Или, может быть, вы? Со своей паспортисткой разбирайтесь. Вы жесткая, наглая, бесчувственная дура! Вы думаете, что я существую для вас, чтобы вы работать могли? А на самом деле это вы! Для меня! И вы должны сделать все, чтобы облегчить мне! А вы только мешаете. Поиздеваться захотелось, да? Да он в понедельник еще больше принесет, спорим? У него денег. Квартиру купил. А я на мобильнике экономлю, никого туда не записываю, чтобы не звонить. Разрешите? Молодой человек, ну я же вам сказала. Костя. Просто Костя. Мне неловко, я нехорошо себя повел. Ну и вы. Да, конечно. Вот ваш паспорт. А за военным билетом завтра ко мне зайдите. К вам? Так вы же не военкомат. И вообще у вас же завтра неприемный день. А вы вечером, после 5, я договорюсь. Извините. Дарья. Да нет, я по делам бегаю. Ну, конечно, помню. Дорогие. Ну и что, что четверг? Зато завтра пятница. Уже еду. Извините, девушки. Мне пора. Спасибо вам за все. Дорогая Вера, разреши в канун 8 марта вручить тебе этот скромный презент. Та-да! Ой, девчонки, вы что, с ума сошли? Повесишь над столом, будешь любоваться и вздыхать. А если позвонить решишься, то мы там написали. Где же вы его телефон взяли? Да, он в домовой книге свой мобильный оставил. Говорят, дома появляется редко. Ну что же, он теперь тут висеть будет, что ли? А что, симпатичный мужик? Да ну Не все ж спать и работать. Надо и развлекаться. Смотри, на работу не проспи. А может, я вообще завтра не приду, если сегодня все получится. Я больше никакого телефона не помню, а мне срочно нужно отдать. Я потом верну. Номером. Номером ошиблись. Нет. Вы же Константин Ромин. Живете на Жуфарова. Я не помню точного адреса. Купили квартиру где-то 2 года назад. Ну да. Помогите мне. Они меня просто так не отпустят. Я должна им 2500 долларов. Я не знаю, что со мной будет. Все так серьезно? Помогите, пожалуйста. Убивать из-за каких-то 2500. Это может быть для вас они какие-то, а для них... Хотя деньги могли быть только предлогом. А на самом деле ее убили совсем не из-за этого. А из-за чего? Связалась с плохой компанией. Мало ли, гибнет сейчас по ночам. Вам, я смотрю, все равно. И много у вас таких нераскрытых? Хватает.
И делать вы, наверное, ничего не будете? Почему? Попробуем. Установим личность, свяжемся с родственниками, установим место работы. И вы могли бы нам помочь, если бы вспомнили, наконец, откуда вы ее знаете. Да не знаю я ее. Но откуда-то у нее был ваш телефон? Да мой телефон мог быть у кого угодно. У сотрудников, у партнеров, у секретарш партнеров, у работников операторов и мобильной связи, у коммунальных служб. Да у целой армии людей, о существовании которых я даже не подозреваю. Ну, не подозревайте дальше. Чего так взволновались? Алиби у вас железное. Оснований для задержания у нас нет. Вы свободны. На пару недель задержитесь в городе, никуда не уезжайте. На работу сегодня можете не ходить, но бабу я вам напишу. Алло. Галя, привет, это Ромин. Слушай, передай там Гене, что я не приду сегодня. Заболел. Ну, отлежусь немного. Угу. Ну, давай. Звоните, если что. Привет. Может, все-таки вернешь ключи? Боишься, что обворую? Смени замок. Мысль. Ну что, нашел свою сумасшедшую? Нашел. Не хочешь, не рассказывай.